я общался, с него в сентябре месяце, что выделили корректировки, что какова ситуация, какие у вас средства есть для поддержания строительной организации? На сегодняшний день средства для оплаты за выполненную работу есть. Мы подрядчика проавансировали, непосредственно данного подрядчика на 25 миллионов. Это когда профинансировали? В июне месяце, в начале, по-моему, июня месяца. То есть подрядчик еще не отработал 16 миллионов баланса на сегодняшний день. Вот. Но по поводу пересчета сметной стоимости мы этим занимаемся, то есть активно работаем с подрядчиком по анализу цен на материалы, то есть предоставляются прайс-листы какие-то, да, мы их проверяем, потому что так просто обычно мы тоже посадим. Последний раз, когда мы перечисляли средства, в июне? Почему? В июне за выполненную работу, конечно. Это было середина июля. Ну, то есть, в той неделе, 30 минут лучше. С того, что мы закрываем. Хорошо, я слышал, что где-то полмесяца вы еще сможете, да, поработать. Нам нельзя сроки срывать, поэтому здесь, конечно, то, что я говорю, что в сентябре это однозначно. Все средства, которые мне заверил сам министр строительства, однозначно мы будем. Поэтому давайте, значит, готовьте документы и, значит, конечно, мы будем проводить и смотреть на работу. То есть мы знаем, был и сам представитель правительства здесь, он знает как раз за ситуацию, но думаю, что в любом случае здесь средства будут у вас. Здесь уже моя тоже задача, чтобы как. Главное, чтобы не опоздал этот момент. Ну, заказывать все многие материалы заказываются наперед. Согласен. Ну, у вас же тоже, я понимаю, опыт большой, и вас многие знают на строительном рынке, да, ну тоже. Однозначно просьба к вам, чтобы вы, конечно, там по возможности еще каким-то образом на свои силы рассчитывали, да, но моя задача, я с вас услышал, потому что эту работу проводить как можно быстрее, желательно, чтобы это средство получили. Я все тоже понимаю прекрасно. Поэтому прошу вас, здесь темпы не останавливать. Дальше мы еще будем строить. Поэтому от того, как вы сделаете вот этот объект, да, я тоже буду, как говорится, смотреть на перспективу дальнейшего сотрудничества. Договорились? Действительно, на удорожание материалов вам понятно, какие документы? Мы все предоставили, уже провели работу над ошибками, все у заказчика.